Давай. Далее в программе читаем с Юлей. Бесконечные новости, с вами я, Юлия Сергеева, и это выпуск «Читаем с Юлей». Сегодня я расскажу про книгу агентства «Локвуд и компания» автора Джонатан Страуда. В этой книге описывается, что 50 лет назад возникла проблема. Лондона и затем вся Великобритания была наводнена призраками, так называемыми крестьями. Источник – это был предмет, который вызывал 86 случаев. За годы изучения проблемы призраки были разделены на группы и типы. В основном агентам приходится иметь дело с призраками первого и второго типа. Существует еще и редкий, третий тип, но его уже давно никто не встречал. Агенты обычно вооружены пересеребряным наконечником, мешочками соли, железными опилками, магниевыми вспышками, греческим огнем, солевыми бомбами и обязательно железными цепями, из которых можно было сделать защитный круг, который не пойдет в призрак. Несмотря на то, что все дети могут видеть призраков, агенты становятся только те, кто имеет специальный дар, видящих или слышащих. Все книги по агентству «Локвуд и компания» написаны официально Люси Карлайл, 15-летней оперативницей. Я считаю, что эта книга довольно интересна, как и сама тема поведения. Всем советую к прочтению. Всем пока.